На ваш взгляд, Пригожин мертв или жив? Пригожин жив. Он улетел, но обещал вернуться. Он находится сейчас за пределами России. Он находится не на африканском континенте. О том, в какой именно стране он находится, я скажу на своей встрече 7 сентября. Это может вызвать некоторое удивление, потому что когда люди пытались гадать, почему-то никто на эту страну пальцем не ткнул. Его жизнь, равно как и смерть его ближайших товарищей, это результат сделки с российской властью, с Путиным персонально. Они вот так договорились закончить эту историю. Но эта история заканчивается ровно до того момента, когда обнулится один из ее участников, в данном случае Владимир Путин. После этого Пригожин вернется. Ну, все в порядке. В самолете был его двойник. Это не первый раз, когда двойник летает с его товарищами. Их это нисколько не удивило. Нисколько. Это привычно. Ну и разного сорта подробности. Появление якобы вдовы двойника. Я не знаю, правда ли это, что она появилась на кладбище. Пороховое кладбище или Пороховское? Как правильно? Пороховое. Пороховское. Пороховской, извините, да, что вот она появилась на следующий день после захоронения на кладбище. Это я сейчас не рассматриваю. Много обстоятельств, которые указывают, помимо естественных для такой смерти легенд, ну, связанных с биографией Пригожина, да, помните, его уже хоронили, ну, по крайней мере, на моей памяти точно раз, а может быть, даже и пару раз. Но в данном случае я просто знаю точно, что он жив. То есть здесь нет никаких ни малейших сомнений. Он контролирует свои активы полностью, практически российские активы и плюс те биткоины на сумму 2,5 миллиарда долларов. Он крупнейший в мире сейчас, по-моему, обладатель биткоинов, ну, из числа известных. Он сохранил влияние на Вагнер, несмотря ни на что, по своим каналам. Он сохранил его, и он его в свое время использует, это влияние. Он совершенно точно вернется. Не знаю, вот до Нового года или после Нового года, ну, насколько мне известно, в планах у него подобное есть. А по поводу влияния на Вагнер не могу не спросить. Здесь ведь в числе прочих новостей фигурирует и такое, что сама организация Вагнер рекомендует наемникам поискать другую работу, потому что в войне в Украине больше она не участвует, а в Африке сталкивается с большой конкуренцией со стороны официальных российских военных. Да, совершенно верно. Но дело в том, что люди и связи остаются. Это люди и связи, которые тренировались, и связи, которые нарабатывались, ну, по крайней мере, 8-9 лет. Это товарищество, это братство. Я не хочу сказать, что оно спаяно высокой идеологией или культурой, ну, если не иметь в виду корпоративную культуру. Но они довольно тесно связаны друг с другом. У них существуют свои виды связи, свои каналы, по которым, если надо, они очень быстро соберутся. Поэтому я нисколько не удивлюсь. Более того, я как раз ожидаю того, что в политическом кризисе в России Евгений Викторович, конечно же, примет самое активное участие. Он, не знаю, как оценивает свой недомятеж 24 июня, я думаю, что он жалеет о том, что не довел его до конца, или, как, по крайней мере, жалел. Но он-то как раз вышел из воды сухим. А вот его товарищей нет, ближайшие товарищи. Вот таковы были условия сделки, которую он заключил. Это звучит все омерзительно, омерзительно, я понимаю, фантасмагорично. Ну, не более чем омерзительно и фантасмагорично сама российская реальность. Не более. Вот вы прямо предвосхитили мой вопрос, потому что я оказался совершенно не готов к такому повороту разговора и к тому, что вы так твердо и уверенно скажете о том, да, что Евгений Пригожин жив. Фантасмагорично, действительно, самое правильное слово. Но скажите, вот на всякий случай должен у вас уточнить, а вы готовы поставить, скажем, бутылку коньяка на то, что ваш прогноз верен? Или все-таки нет? Марк, это не прогноз, это знание. Но дело в том, что я никогда ни с кем никаких пари не заключаю. Это моя принципиальная позиция. Ни на что, ни на коньяк, ни на булавку, ни на тысячи долларов. Никогда. Не могу не спросить в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. Как говорится, хорошо, Пригожин жив. А что с другими пассажирами того самолета? Они погибли. Они погибли.
Это результат сделки, я же говорю. Ну, лучше одному человеку спастись, чем всем пострадать, решил Евгений Викторович Пригожин, вопреки тому, что, помните, сказали во время суда над Христом, когда Синедрион собирался, пусть лучше один пострадает, остальные спасутся. Он решил, что вот я один спасусь, а они пусть пострадают. Да. Потому что операция была разработана в Совете Безопасности, там было решено, ну, вообще, Кремлем было решено уничтожить главарей Вагнера, да, отомстить. Ну, с Пригожиным сочли за лучшее договориться, он много знает, очень много. Не хотели, чтобы после его смерти компромат был пущен в ход, это очень опасный для Путина персонально компромат и в целом для многих кремлевских владык. Это первое. Второе. Хотели получить доступ к тем активам, которые он контролирует. Но он как номинал выступал. Вот активы кремлевские, которые находятся в Африке, на сумму, они были когда-то оценивались в 15 миллиардов долларов, сейчас в 14. Это активы в натуральном виде. То есть это золото, это платина в слитках, это бриллианты и это наличные доллары. Именно наличные, на палетах. Вот все это хранится в хранилищах, извините за тавтологию, которые сам же Пригожин и создавал, и которые он курирует. В частности, это огромная база в Центральной Африканской Республике с подземными убежищами. Она создавалась как запасной пункт дислокации для российского руководства в случае его бегства. И а там не одна такая база, по крайней мере, две. Валерий Дмитриевич, не могу не задать еще один вопрос. А скажите, вы сейчас сообщаете сведения, которые без преувеличения представляют собой очень чувствительные, как минимум, тайны для нашей верхушки. Вы за свою личную безопасность и жизнь не опасаетесь? Опасаюсь, конечно. Любой человек, живущий в России, опасается за собственную жизнь, безопасность и здоровье. И за безопасность, естественно, своей семьи. И у меня были проблемы, и очень серьезные, у меня, у моей семьи. Периодически они случаются. Ну, что делать? Есть такое понятие про бону публика, общественное благо. Я считаю, что обнародование этой информации крайне полезно. Именно потому, что она чувствительна. Крайне полезно. А уточните, пожалуйста, а зачем вообще, почему эта информация должна быть, по-вашему, донесена до публики? Зачем людям знать, что Пригожин жив и что все это сделка? Ну, во-первых, если вы хотите понять, я в данном случае обращаюсь не к вам, Марк, а к более широкому кругу, к широкой аудитории, что будет происходить и как будет происходить, вам надо знать подоплеку. Это принципиально важно. Согласитесь, что если Пригожин жив, это меняет даже политическую диспозицию потенциально. Это первое. Второе, это очень важно для тех, кто наблюдает за Россией извне. Тоже чрезвычайно важно для понимания. И если в России, допустим, та информация, которую я могу сообщить, она разойдется только в телеграм-каналах, то на Западе она попадет в таблоиды. Я считаю, что это замечательно. И она тем самым влияет на общественное мнение. Понимаете, я один, я влияю на глобальную информационную повестку. Один. Когда я рассказывал о болезни Путина, о двойниках Путина, и, согласитесь, появилось много косвенных доказательств. Иногда и прямых, что у Путина есть двойники. Хотя, когда я 2 года назад стал об этом рассказывать, это полагали тоже фантасмагории. Нет, это все правда. И таким образом формируется глобальная информационная повестка. Сейчас все западные лидеры знают, ну, уже с подачи разведок они получили подтверждение, что у Путина есть двойники, их 2. Основной двойник и второй двойник, который служит для публичных проходок, когда не надо работать языком, а только телом. Что все публичные встречи проводит двойник, а не сам президент. Он не проводит встречи. Кстати, была проведена экспертиза. Она была проведена за границей. 5 экспертов, которые анализировали, сделали фоноскопический антропологический анализ, все 5 рассказали. 3 разных человека. Мне любезно сообщили результаты этой экспертизы еще до того, как она была обнародована. В знак уважения, как человеку, который эту тему поднял, и, несмотря на критику, очень спокойно и настойчиво продолжает проводить. Таким образом, можно влиять на глобальную повестку.
Что я, в общем, и делаю. Согласитесь, это достойно уважения, профессионального, по крайней мере. Что с Сергеем Суровикиным? Его разжаловали, но на публике-то он так и не появился. Потому что с ним ведут беседы, он находится в изоляции, он не находится формально в тюрьме. Он находится в изоляции, ну, в квартире, да, под присмотром. Несколько раз он встречался с родными. Но им запрещено об этом сообщать, как ему запрещено общаться с кем бы то ни было. Он жив, он сейчас восстановил свое здоровье, потому что в результате интенсивных расспросов, назову это так, эвфемизмом таким, да, интенсивных очень расспросов в первые дни после его изоляции, его здоровье пострадало. Сейчас оно восстановилось, и сейчас ждут решения его судьбы. Его судьбу может решить Путин. Естественно, процесса никакого не будет. Процесса военных предателей, вы понимаете, уже поздно. Вопрос в том, куда он направится. Может быть, в военном атташе в Монголию, потому что вряд ли в Пекин. А может быть, в Зимбабве в военном атташе. А может быть, это был бы, наверное, самый печальный для него исход, хотя он не исключен, когда имеешь дело с Кремлем, он бы внезапно скончался от инфаркта или инсульта. А скорее всего, должно пройти какое-то время. Но Путин пока не решил. Путин все время откладывает сейчас решение важных вопросов. Но это, может быть, не самый важный вопрос, но ему напоминает, но он откладывает. Ну, во всяком случае, жив. Он совершенно точно жив. Вот совершенно, как и Пригожин. Ну, по-разному жив. А Пригожин наслаждается свободой, поверьте, на роскошном курорте. Слушайте, а я не понимаю тогда в этой ситуации, зачем Путину Суровикин? Ну, казалось бы, одним военным больше, одним военным меньше. Помилуйте, он тем людям, которые рядом с президентом, тем людям, которые ему говорили, что надо устроить чистку военных вообще, что это такое. Это повысит эффективность действий вообще вооруженных сил, несмотря на первоначальную дезорганизацию, что надо арестовать тех. В результате ничего из этого не было сделано. Значит, из главного управления Генштаба изъяли где-то, по-моему, полтора десятка человек, включая заместителя Алексеева. Помните, мы видели его с Пригожиным в Ростове? Да. Это очень влиятельный человек. Это, кстати, тот человек, который обеспечил, от него зависело, чтобы вооруженные силы не препятствовали маршу Пригожин. От Алексеева это зависело. Он это обеспечил. Он, где-то еще около дюжины высокопоставленных офицеров главного управления взяли. А потом, вот мы знаем Суровикина, его заместителя, запамятовал фамилию Юдин, по-моему, не помню. Ну ладно, это сейчас не столь важно. В общем, ограничились там всего двумя десятками человек. Чекисты настаивали на том, что необходима чистка, необходим, если не процесс, то показательная порка. Но они и сейчас настаивают на принятии решений, естественно. Говорят, ну вот сидит Суровикин, давай, что будем делать? Чтобы вот Попова направили в Сирию. Куда Суровикина направим? На встречу с Суворовым, Маннергеймом, Рокоссовским или все-таки в Браззавиль? Еще один заметный сиделец – это Игорь Стрелков. Его недавно возили на продление, на апелляцию по мере пресечения. И, как отметила жена Игоря Стрелкова, в одном автозаке с гражданами Украины, которых обвиняют в военных преступлениях в Мариуполе, Стрелкова везли. Достаточно важный штрих, любопытный во всяком случае. Скажите, есть ли у вас прогноз относительно его дальнейшей судьбы? Да, есть. Он так будет сидеть. Пока, значит, очистительная революция не освободит, в том числе, включая всех, среди всех политзаключенных, Игоря Стрелкова. Уж он никому не нужен, понимаете? Он бы не оказался под арестом, он не оказался бы в изоляции, он мог бы оказаться под домашним арестом, если бы первая реакция на его арест стала бы массовой. Вот если бы те сотни тысяч людей, а в некоторых случаях миллионы, которые считали его маяком, не хочу сказать маяком свободы, это нечто, конечно, прямо противоположное свободе, но маяком и выразителем своих устремлений. Если бы они вышли не только в Москве в количестве 20-30 человек, а вышло бы их несколько тысяч, вышли бы в других городах, поверьте, мерой пресечения стал бы домашний арест. Но как только увидели, что никакой реакции нет и не будет, что подтвердились те предположения, которые высказывал и я, то патриоты, они крутые только на словах.
А либералы, которых патриоты всегда ругали, на самом деле хоть что-то делают. Выходили всегда в пикеты, о митингах я не говорю, это сейчас невозможно, да, но как-то пытались сопротивляться. И среди тех 20 тысяч, которые с начала специальной военной операции подверглись наказаниям, репрессиям и преследованиям, там же нет патриотов практически. Там исключительно люди либеральных или пролиберальных, продемократических убеждений. Или, я бы сказал, миролюбивых устремлений. Вот так. Вот выяснилось, что мобилизационной возможностью это направление общественно-политическое в России не обладает. Нулевая. И как сказал мне один мой хороший знакомый, вот ты знаешь, вот завтра будут приняты решения, ну, к примеру. А, кстати, это совсем не исключает, что надо начать новую перестройку, а президентом сделать, скажем, Навального или Бабченко. Вот. И вот ты знаешь, они посетуют и ничего делать не все равно не будут. Вот сейчас прекрасная возможность. Хорошо, вы боитесь защищать Стрелкова. Вот картографическое ведомство Китая выпустило новые карты, где российские территории обозначены как китайские. Кто вам мешает начать кампанию протеста? Кто вам мешает? Ну, хотя бы в виртуальном пространстве. Ну, где вы? Где-где? Караганде, да? Вот, но вы, тем не менее, говорите о возможности некой революции. А кто ее тогда будет делать? Да. Революция начнется сверху. То есть я не хочу сказать, что это будет обязательно в классическом смысле революция, но то, что это будет серьезный, острый, масштабный политический кризис, сомнений нет. Но начнется он сверху, начнется как конфликт элит. Потом одна, две или три из элитных фракций, это зависит от композиции кризиса, обратятся к обществу через лидеров общественного мнения за поддержкой. Что общественная поддержка – это важный ресурс, когда вам надо легитимировать свои действия. Когда есть сомнения в легальности ваших действий, в законности, да, ну тогда вы тем более нуждаетесь в общественной легитимации. Так что получившееся в результате этого сочетания события или цепь событий вполне уже могут называться революцией. Что революция – это всегда альянс части элит и общества. Всегда. Ну, возможно, за исключением Октябрьского вооруженного переворота, который большевики, кстати, и не считали революцией. Они называли его долго Октябрьским вооруженным переворотом. Что чистая правда с академической точки зрения. Вот, и с технической тоже. Валерий Дмитриевич, я рассчитываю, раз у нас... да, на большие события. Да, да, Марк. Да, а раз у нас эфир таких смелых гипотез и предположений, давайте и здесь тоже я попрошу вас сделать смелый прогноз. Когда? Все должно начаться уже, возможно, осенью, ну, по крайней мере, не позже весны следующего года. И начаться не потому, что я вот так смело вам прогнозирую, а потому, что так рассчитывают элитные фракции. Это их план. Это не мой план и не мои намерения. Да, это не wishful thinking. Они уверены, что им придется в этом промежутке начать бороться за власть. Промежутки не опасны ли в этой ситуации? И да. Осенью и весной. Не опасно ли в этой ситуации Пригожина в живых оставлять? И вообще не превышает ли политический риск от такого решения экономическим выгодам от тех вот россыпей? Я понимаю, но вы же знаете, в ситуации кризиса действует правило. Это вообще аксиома кризисного управления. Быстрое решение важнее правильного. Ну вот сейчас мы с ним договорились на 3-4 месяца. А что будет потом? Да какое это имеет значение? Важно решить проблему здесь и сейчас. Это для России вообще типичный подход, я бы назвал его стратегемой российского управления. Сейчас вот здесь там подлатаем, здесь зашьем, да, а там же треснет. Ну ничего страшного, там когда-то треснет. И на самом деле, с точки зрения кризисного управления, понимаете, в чем беда? У вас не хватает времени принять взвешенное решение. Элементарно не хватает. И пока вы начинаете перебирать варианты, раз, и ситуация уже меняется, вам надо принимать решение в новой, обычно ухудшившейся ситуации. Поэтому надо принимать решение быстро. И рассчитывая на то, что как-нибудь рассосется, на знаменитая русская авось, небось, как-нибудь и как-нибудь рассосется. И вы знаете, очень часто эта стратегия успешно работает. Ну, мы же видим с вами. Приняли решение,
Литой, оно такое, у него такие последствия могут быть. Могут быть, но они не реализуются. А решение работает, и работает успешно.